продавал, потом разобрал по кирпичикам. Каждый кирпичик был продан. Предположений обоснованных, когда проводили... В выставке представлено 8 работ Бэнкси, из них 6 работ — это принты, подписанные Бэнкси, пронумерованные Бэнкси. Одна работа — это сертификат к этим работам, то есть как бы некий подлинник, но также подписанный Бэнкси. И одна работа — это уникальная работа, первая она нам поступила, это скульптура в виде камня. Данный камень был приобретен из Диснейленда, это как бы Диснейленд наоборот, это некий проект, который организовал сам Бэнкси, и когда он закрывался, в принципе, все было разобрано, в том числе и кирпичи. И вот один арт-объект, который представлен у нас на выставке, это данный кирпич с той выставки, раскрашенный самим Бэнкси. Данная выставка посвящена стрит-арту, современным уличным художникам, их работам и, конечно же, Бэнкси и его работам. То есть данной выставкой мы хотим показать современный стрит-арт, как он выглядит сейчас, и, конечно же, самого Бэнкси, потому что на сегодняшний момент Бэнкси является самым популярным, наверное, самым главным, он является императором стрит-арт-искусства. Помимо оригинальных работ Бэнкси, на выставке также представлены и другие работы очень известных и современных стрит-арт художников. Например, это работы группы Добро из Санкт-Петербурга, работы группы Wi-Fi, или, например, работы Кэтрин Виноградов. Они были сняты с лондонской выставки недавно буквально. Почему? Что? Не помню. Это есть фильм, а что? Пойти.